Вот. Всякая фигня здесь. Грязное белье смердит и прованивает одежду. Да, кстати, все как у высшем обществе. Точнее, картина. Нарисовал. Что-то визовала. Что-то какой-то наш, наверное. В общем, иммигрант, небось. Вот, управление кондеем, то есть кондиционером или обогревателем, все в одном. В данном небольшом приборе пластмассы организован глубокий, так сказать, комплекс технических достижений под названием «Хрен настроишь так, чтобы было комфортно». Это умывальник. Ну, в общем, так сказать, предбанник ванну я бы даже назвал. Всякая тут штука полезная для мужиков, чтоб не вонять, чтобы изо рта не воняло. Соответственно, всякие лекарственные препараты типа ингалипт. Да, ингалипт. Вот. А, нет, я здесь один, а две щетки, потому что это была халява на Delta Airlines. Халява, она всегда должна оставаться с вами. Вот, потому что это халява. Даже вот этот уродский тюбик пасты с Delta Airlines, который, небось, там весь из химикатов каких-то сделан, но не важно, все равно халява, так что пусть будет. Вот, мочалка не знаю, что здесь делает, потому что она только куплена, и что-то я так сейчас подумал, что ее купить, я ее купила, ее, небось, там лапала вся Америка, прежде чем повесить на пол, то есть она так и висела там в магазе, надо ее прокипятить. Вот, всякие ящики, тут пусто, потому что, типа, я сюда должен был все положить. А класть-то мне нечего. Фен. Это мощно. Супер клевый фен. Довольно холодный. Соответственно, это оно. Комната уединений, раздумий, где можно остаться наедине, подумать о чем-то прекрасном или, может быть, нет. О глобальных проблемах. Соответственно, можно свои размышления скрасить наличием света с вентиляцией, между прочим. Вот. Нет, это не трусы, это какая-то... Ну, это не какая-то, а тряпочка для ног. Ванна, всякие полотенца, две офигенные лампы. Вот сейчас, говорит, просто свет и лампы, и очень сильно всасывается воздух. Если я здесь включу вот эту штучечку, то здесь загорается вторая лампа, которая печет просто жесточайшим образом. Вот. Ну, я полагаю, она убивает всякие бактерии. Шучу. Ну, в общем, короче, это фигня какая-то, даже не пытался задуматься, зачем она нужна. Теперь будет трещать мне всю ночь. Так, до свидания, мистер Туалет. Да, ну тут все понятно, да? Вот там вот так, 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 так. Естественно, вдруг там вода сгорится. Что еще? А, здесь тоже есть дверь в... Это какого? В общем, на тот свет практически, потому что там всякие жесточайшие индустриальные реализации. Торшер, лампа-лампа, картина, конечно. Вдруг ночью захочется посмотреть, так сказать, на что-то прекрасное. Это там балкончик. Так, никакой маньяк там не стоит под окнами. Вот моя машина. Вот так. Я что-то сильно отражаюсь, больно. Вот так оно сделать. Что такое-то много так меня
Вот. Там он рест. Я поел сегодня. Салат Цезарь без курицы. Вот. Ну, что-то как бы вот и все, наверное. Ну, тут, конечно, еще есть камин. Но, опять же, все, что я там могу сжечь, это, опять же, собственные носки только. Дров тут я не наблюдаю. Ну, да, все, пора спать, я так думаю. Спать офигительно хочется. Так что надо осуществить эту мечту. Собственно, вот и все. До встречи.